Мы проводим также разъяснительную работу с теми, кого заставят голосовать, потому что те, которых заставили подписаться за кандидата один партии, да, мы им проводим разъяснительную работу на тему того, как себя вести в случае того, если им будет выдан уже бюллетен с печатью «Вот ад», да, напротив кандидата один партии. То есть нужно будет просто, когда их отправляют в кабинку голосовать и вбрасывать уже заранее выданный бюллетень, то ставить рядом еще одну печать, потому что в этом случае он будет признан недействительным. Да, и как минимум можно будет испортить всю эту карусель, которую Демпартия готовит по всей стране. Они это вместе с либерал-демократами использовали на выборах 2014 года, и сейчас они готовятся для того, чтобы это провести по всей стране за их кандидата. Ну, как